Тань, с победой. Как тебе матч? Тяжело было? Спасибо. Ну, матч, да, тяжелый был. Соперник не из легких. Локомотив, там, так можно сказать, сборный. Ну, так боролись до конца. Забили в начале первого тайма и получилось удержать счет. Ну, не удержать даже. Мы играли также на атаку и завершили победу. Расскажи, как ты забил гол? Получилось так, что в центр дали на нападающего, нападающий мне поставил стенку, и я выбежала и забила. Показалось, что матч, несмотря на то, что он товарищеский, получился достаточно такой жесткий. Ты согласна? Ну да, есть такое. Не знаю, с чего это. Может быть, потому что принципиальные соперники ЦСКА, Зенит и Локомотив, плюс ко всему еще. Ну, я думаю, свои хотели своих обыграть, думаю, да, есть такое.